Добрый день, ребята! Сегодня я вам расскажу за раскладочку по 4 пальца и расскажу, как под себя подстроить раскладку. Заходим в настройки, отодвигаем джойстик. Одно из самых важных – это чувствование своего персонажа, движение. Джойстик позволяет это делать, когда он стоит в правильном положении и в правильном размере. Ставим указательный палец на стрельбу. Расслабляем большой палец, кладем и делаем тап, запоминаем это место. После делаем круг влево, вправо, вперед, назад. И вот там, где вы видели середину, возвращаем туда джойстик. Все, с левой стороной у нас все. Туда больше мы ничего не кладем. Чтобы вы постоянно могли двигаться и ваш большой палец левой руки был на джойстике, вам нужно перенести все в правую сторону. Ваша левая сторона должна отвечать только за движение и стрельбу. Дальше. Сесть находится в таком положении для того, чтобы вы дотягивались указательным пальцем и большим. На дальних дистанциях дает возможность сесть, когда вы уже в прицеле, а в ближних дистанциях тоже дает сесть, и держа правым большим пальцем на контроле вид, то есть вы и разворачиваетесь, и приседаете. Я думаю, понятно. Дальше. Уклоны. В общих настройках нужно поставить на прицел, вход в прицел по нажатию в уклон. За укрытиями. Работа от укрытия дает отличное опекание, когда в таком положении. Плюс разгружает большой палец, опять же. Разгрузив большой палец, дает вам преимущество и свободу действий. Думаю, дальше пояснять не надо. Универсальные метки. Все это ставим, как вам привычно и удобно. Вход. Первое лицо. Ставим под указательный палец для того, чтобы вы могли, когда прыгаете, войти в первое лицо. Либо же, когда резко разворачиваетесь. Я думаю, с этим понятно. Затягивать не буду. Это не есть исключение, что эта раскладка является таковой. Просто я вам показал основу и чуть-чуть пояснил сегодня за джойстик, присед, уклоны. По поводу лечь, я думаю, вы сами догадались, почему стоит под указательный палец для лягушки, чтобы одновременно нажать и сделать лягушку. Всем добра, будьте добрее.